Матвей Крылов что-то сделал, чует. Космические часики нарушили покой и наделили скуфика плешью неземной. Позвольте вам представить, это наш супергерой Бэй. Бэй-Еврей. Когда увидите его, он сможет удивить. Волшебным превращением мгновенно поразить. Токсичен, жаден и хитер, его не победить. Бэй-Еврей. К вам на стрим всегда придет и Мижганом вас обзовет. Ведь не боится он ничего. Часы такие в башке лишь у него. Бэй-Еврей. ПБ-10. Ну, кстати, ты заставил меня вспомнить. Слушай, а у тебя сохранились вот эти ролики про скуфозоиды и так далее? Я не помню, ты их вообще в деградач сам выкладывал? Ну, вот это где-то в деградач, это в деградач. Такое просто надо не проебать. Я просто не помню. Ты все свои вот эти дуэтики про Мариарти и так далее, все мемасики, которые делал, видеожабы, ты их, если что, в деградач выкладывай. Такое нельзя пропадать. Ты просто их на YouTube не выкладываешь, и поэтому они где-то затеряны в аналах дизморали, скажем так. А так что ты их в деградач выкладывай, на твоем месте я бы реально советовал, если что, если у тебя вдруг, ну, при желании, ну, на основной канал ты вряд ли будешь выкладывать, заиметь второй канал на Ютубе под свои шитпостики, скажем так, и спокойно туда выкладывать. Потому что вот это не хотелось бы, чтобы оно проебалось. Как бы оно качественно сделано. Ну, просто скуфозоид до сих пор у меня в памяти остался. Ладно, это мы тоже в отложечку.